Итак, всем привет, с вами Яха, и вы смотрите пятый специальный выпуск перепрохождения на Pokemon Glazed. Я вот буквально минут 5 назад набил себе 3 мастер болта, реально очень быстро. Я покажу вам в этом выпуске как. И мы находимся в Serenity, на острове Serenity. В этом выпуске мы найдем Диалгу, Палкию и Джиратину. Но для начала... Так, мы походу... Да, вот нам сюда. И мы поднимаемся на пятый этаж, используя пентхаус, ключ от пентхауса. Пентхаусный ключ — это айтем, который нам достался когда мы хотели пройти путь чемпиона в Тунос, перед нами стоял Михаэль, первый лидер команды Фьюжн. И он объявил то, что типа он уходит из этой команды, все. То, что. И типа в доказательство он дал нам ключ от специального этажа. Да. Я просто тогда еще не знал, для чего нужен этот ключ. Я потом кусок, что он нужен как раз для того, чтобы открыть на пятый этаж. Да, тут это вообще офигенный этаж. Он нам нужен для поимки Диалги, Палки и Джиратины, да. Я, извините, немножко на ускорении, просто быстрее сниму, быстрее видео обработать, и быстрее выложу на YouTube. Да. Так, окей, значит, последний. Я даже не перевожу, что они говорят. Они, кстати, все используют электротип, поэтому у нас вайн идеальный выбор. Вот, хорошо. Ученый говорит, я знаю тебя, ты ребенок, который остановил Михаэля. Блин, я его на свой русский манер называю Михаил. Ладно. Из-за этого он ушел, из-за этого он покинул Team Fusion. Ведь правда? Не волнуйся, я типа не злюсь. Я не знаю, для чего нужны эти... для чего Team Fusion что-то сделала? Я не знаю, зачем-то Team Fusion принесли сюда Адамантовую, Ластроус и Грайсел Сфера, и Орбита Сфера. Я просто не знаю. Какая-то из них хрустальная, какая-то еще какая-то. Я не знаю, я аниме пересмотрю. Я мультик просмотрю покемоны, а то я, честно, не знаю, как переводится название этих Орбов, точнее Сфер. Они нужны для того, чтобы поймать легендарный трио, скорее всего. Я могу дать себе их. Ты можете выявлять. Мы берем хрустальную сферу. Граненую, по-моему, сферу еще. А теперь мы спускаемся. Первый этаж. Так, и первая легендарка у нас находится прямо тут, недалеко, около острова Serenity. Не с той стороны вышел. Видите, привычка какая на ускорении. Я даже не знаю, как мне отсюда выплыть. Так, подождите секундочку. Так, в общем, я понял, я реально тут... Извините. В общем, я понял, я реально тупил. Мы отплываем вот отсюда. Какой-то пловец. Тихо, точно. Вырываем с первого удара. Такой, офигеть. Пробил сквозь протект. Это Unreal. Я помню, немножко не сюда. В
Что? Что-то я не понял. А, вот. Да-да-да, вот здесь вот обратно. Грайсус сфера активируется. Нам открывается проход. Бежим, а тут наш Джиратин. Я помню, это помог. Ты помог Михаэлю остановить Мью. Типа. Ну, типа, она за это Джиратин сразится. Я не буду даже пытаться его атаковать, потому что 50-й левел, я с одной атаки его кроху нафиг. Я его просто поэтому поймал. Был помещен в специальный бокс под названием Легенда. Итак, следующая легендарка у нас в городе Чоко. Что? Бокс Чен? Что-то первый раз помню. Чоко Таун. Да, Чоко Таун. Идем. Плывем все такие, ничего не делаем, около Чоко Таун. Ой, тут у нас айтм лежит. Пепел звезд подбираем. Дум. По-моему, быстрее чуть-чуть, потому что нужно дейдей. Ждите, покемон меня реально ничего бесит. Ой, хоть тренер. Лазер. Роклайн. Интересно, что он действует даже через защиту. Вот там пещерка, которая нам нужна. А, что? А, алмаз, по-моему, серый как. Блин. Я не помню. Какая-то сфера. Адамант. Я не помню. Активируется, в общем. Сфера активируется, я не помню, как она называется проект. Вот, все. Диалга стоит. Что я забыл сохранить, но и пофиг. Мастер Бол. Кидаю. И Диалга в Дексе. Все. Интересно, что у нас здесь? Мне просто интересно. Башня какая-то. Понял, это башня Анонов. Я ее вспомнил. Потом ее в один лучик обследую. И за финальные легендарки, за палки мы летим в... Нет, не вся спрей. Паунтри Резорт, по-моему, да. Вот. Это место у нас просто напичкано легендарками, прям. Латиос. Точнее, Латиас. Палки. Да, потому что, кстати, нам монахи тут должен будет попасть. Я не знаю, может, он уже тут. Наверное, по палке внесены покедекс. Я не знаю, сейчас могу поплыть, может, монахи уже как-то здесь. Странно, это монахи должен стоять здесь. Да. Смотрите, я смотрю, сколько уже идет. Съемка идет уже 9 минут, поэтому я... Я думаю, успею я. В принципе, показать, где я набиваю свои мастерболы. Сначала летим в Джоту. Да. И Джоту отправляемся в Эвергрин. Да. Вот он сюда. Surfing Race. Тут мы за 100 монет можем участвовать в гонке, и нам дают за это жемчужину, которая стоит 5000. Да. На 3 мастер-болла нужно 60 таких жемчужин.
Но я всегда накапливаю на две жемчужины больше, чем нужно, чтобы компенсировать все затраты, потому что одна гонка стоит 100. Вот посмотри, вот вы умножьте 100 на 60. Получается 6000 уходит. А одна жемчужина 5000, поэтому нужно набрать набрать на две жемчужины больше. То есть 62. Это еще плюс 100, примерно, ну, получается 6200. И как раз компенсирует дополнительное получение 3800. То есть вы получаете на 3800 монет больше, чем как бы вам надо. Почему я так делаю? У меня, если изначально уже есть 300 тысяч, можно я не хочу их тратить? Вот и все. Да, я смог. В общем, если вам понравилось это видео, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки. Всем пока, до новых встреч, увидимся в следующем выпуске, который будет сегодня днем. Итак, я в нем сегодня пытаюсь поймать, а кого, это вы узнаете только днем. А пока что всем пока.